Так, смотрим еще раз, угадал ли с портом. О, так, а что мы видим? Нифига себе. Что, нормально работает? А ну, стоп, стоп, стоп. Нифига себе, оказывается. Это, видимо, проблема с компом. Такая фигня. Я всю эту фигню тестировал на своем ноутбуке. Ну, как бы ноутбук старый, слабый, но проблема не в том, что там, в принципе, чисто для теста я вот как бы все это мог запускать, пробовать. И я до того не пробовал запускать это на стационаре. Раз, два, раз, и третий раз, проверка аппаратуры. Раз, два. Так, сейчас подключено через этот, как она называется? CP2002. И по всей видимости, ну как и положено, нормально работает. Вот оно как бы определяется, все светится красиво. Так. Ну, все нормально. Теперь надо попробовать через. М32, как оно выглядит.